Не хотел же ехать на левый берег. Вот так мы двигаемся в сторону правого берега. Засек, мы въехали на мост в 14.01. Сейчас 14.19. Мы еще даже до Аби не доехали. Как доедем, сниму видео, чтобы было понимание, сколько времени закладывать на переезд по мосту в дневное время. На правый берег доехали, ну, быстрее. Вы видите, там машины двигаются посвободнее. 14.24, поехали побыстрее. Вот уже на середине реки. Ну вот ремонт вроде бы идет, но такое ощущение, что никто не работает. Вот здесь есть несколько человек, там в принципе есть люди, но мост, конечно, выглядит как будто бомбежка прошла. Ну вот мы подъезжаем к концу моста, к въезду на правый берег. Так, за сколько мы доехали? За 25 минут. Ну, я, в принципе, 30 минут закладывал, предполагал, что будет 30 минут. Тут работы какие-то ведутся. Интересно, когда придет счастье и мост все-таки будет закончен. Все, ровно 25 минут мы проезжали по мосту. Свобода!